Теперь мы меняем раскладку клавиатуры. Так, Мукс запустили. А вот тут у нас минус ай. А вот у нас тут раскладка находится. X 11 вот она, X keyboard. Вот тут у нас, видите, поставлена раскладка. Alt Shift переключает язык. Ну, сейчас нам это не принципиально, а в будущем при использовании другого софта у нас могут быть проблемы. Эту же комбинацию может использовать другой программный продукт. Давайте мы будем другую использовать. Так, мы вот у нас вот эту мы копируем. У нас должно терминал правка вставить. Это терминал у нас так вставляет. Разные терминалы по-разному вставляют. Ctrl-Y удалить старые. Что мы тут получили? Мы тут задали layout, вариант WinKey. Тут вот, наверное, вот тут. И тут кейс вот сюда зададим. Значит, что у нас? Right Control переключает клавиатуру. Right, правый Alt, это у нас Compose. Дополнительные символы делает. И Control Alt Backspace убивает X. Ну вот, собственно, F2, все хорошо. В принципе, нужно бы перезагрузить, чтобы это все заработало. Давайте ребут сделаем. Ну и вот сейчас супер Enter. Вот по-английски набирается. Правый Ctrl нажал. А, ну да. Он тут отображается как Sonic Scrub, то есть переключатель клавиатуры, а не как правый Ctrl. Видите, все. Все у нас сделалось. И Ctrl-D закрыли терминал. Таким образом, язык мы настроили.